Конечно, слова благодарности сказать руководителю региона Александру Леонидовичу Буркову. Одним из первых его решений было именно вот возродить ритм. Я уверен, что и открытие всем запомнится, такое свежее и живое. Вот эти вот визитки, которые ребята делали по направлениям, которые заявлено сегодня вот на форуме «Ритм». Очень все креативно, все в тему. Я думаю, что эта неделя, которая вот нам предстоит, здесь будет очень такая насыщенная, полезная. Ну и дай Бог, чтобы она стала для многих ребят, которые здесь участвуют, такой хорошей стартовой площадкой.